Гриб Мутинус Равинелли из семейства веселковых. Неприятный гость садов, теплиц, огородов, и избавиться от него сложно. В процессе развития гриб проходит две стадии – стадию яйца и стадию зрелого плодового тела. Молодое плодовое тело имеет круглую или овальную форму белого или розоватого цвета, диаметром 1-1,5 см. При созревании яйцо разрывается, и наружу выходит красноватая пористая полая ножка, покрытая оливково-зеленоватой слизистой глебой. Именно она и распространяет неприятный запах тухлого мяса, привлекая насекомых, которые, объедая спороносную поверхность, разносят споры. Мутинус равинелли считается несъедобным грибом во взрослом возрасте. Информация, можно ли его есть в стадии яйца, как, например, веселку обыкновенную, не проверена. Гриб довольно редкий, в Европу был завезен из Северной Америки. В некоторых странах занесен в Красную книгу.